в Минске. Сегодня в преддверии саммита Центральноевропейской инициативы пройдет форум ЕС и Восточное партнерство. Международные эксперты обсудят подходы к региональному сотрудничеству. Основной же темой встречи глав правительства Центральноевропейской инициативы станет роль стран в продвижении совместимости и взаимодополняемости различных интеграционных процессов в Большой Европе, укрепление прагматичного экономического сотрудничества между различными интеграционными структурами, объединение усилий в противостоянии новым угрозам стабильности в регионе и мире. Также завтра в Минске примут план действий объединения на 2018-2020 годы и передадут председательство в организации от Беларуси и Хорватии.